Уже час пролетел. Уясь. То есть пистью у меня на час стоят атмосферный фонг, спокойненький. И чтобы вы не были вынимали, прошел уже час. А я, в принципе-то, ни хера в игре-то не сделал. Вообще ни хрена не сделал. Никакого нормального охрененного боя не было еще. Так, с чего начать-то, блин? Возьму лепарда Лёву и поеду на... Так, что-то много у меня снарядиков, очень много. Так, 22. Я думаю, мне хватит. Я поеду на прорыв. Объезд. Я бы взял бы зенитку, если бы гепард был быстрее, как на этом, на Швеции, на которой я... Ооо, чё с пингом. Братан, а у тебя опять это, ты не зашел? Я прям по пингу что-то кидает, жесть. Порвется картиночка. Тебя опять летал, я опять летанул, да? А что такое? Почему тебе меня опять не закинуло? Ну я не понимаю, что происходит. Давай твои серваки потом. Я не понимаю, почему тебя кидает так. А если что, так по идее меня могут убить вот с этого подъезда. Вертолет. Причем на 8 метров вертолет. Или еще вертолет висит. Я сделал попадание. Сейчас сделал попадание опять. Видел у одного чувака, он видос записывает по тундере, у него с тундерой тоже проблемы были некоторое время. Ой, радуйся. Так, у него справа чел не сдох. Как-то я заехал не туда, но все равно нормально. Фражик пошел так, наяти чувак и за стенками. А, кстати, здесь тоже объездуны есть. Это надо справа быть в... Ооо, я говорю, объездуны есть, а вот... А вот, объездун. Взял этот на фугасный снаряд и его убили, потому что я отъехать не смог, господи. Минус фраг. На стенке. Я же сюда ближе подъехать, куда я вернусь. Я их, знаешь, слышу. Прям нахрен рядом, но выезжать что-то неохота никуда. Я застрял, выезжай на быстрее. Еще один проехал. Прям за зданием стоит, ты прикинь. Охренеть вообще. Что происходит? Вообще, не кладина, сука. Хорошо, когда есть ёбаный, где-то там, да его называется-то. Стабилизатор, да? У тебя нихуя нету. У тебя только на 9-3 стабилизатор появляется, а станок все равно говно. Даже далеко не постреляешь. Давай разгоняйся. Еще одна точка захвачена противником. Мы потеряли преимущество.
Давай, братан, давай. Ну, господи, что так медленно? Я уже отвык от того германского вертолета. Хотя у него семерки есть. Против самолетов нормально. Так, у меня 2,5 вроде, да? Ай, 3,5. Так, надо этих говнюков наказать. Опачки, это что, по мне было? Я еще даже не долетел, блин. Так, все, надо здесь повиснуть, мне кажется. По мне летит. Ну что это за вот этот выстрел, который пролетает мимо меня? Это летит по мне. Это летит по мне. Он за труп прячется, блин, неудобно. Чувак кидает по мне, господи, далеко. Еще просто стоит на базе и кидает по мне. Ну это прям, я не знаю, как назвать. Будет делать нехрен. Ему просто нехрен делать. Надо подальше отлететь. Ой, попадание. Попадание. А что нам еще сделать за 2 километра, да? По мне он шьют. А я не могу с тура убить гребаную БМП-ху. Попадание, бля. Нормально, пойдет. Ты жалко, что тебя не смотрят, да? Ну, пик был обычно, сука, зрителей 8. Да мне пойдет, братан, мне много не надо. У меня 60-тысячный канал, а толку от него, как говорится, как... Ноль, в общем-то. Там в лесу один был, да, я видел. Неудобно на этих турах играть. Вот когда на советском летят, они быстро и нормально, да, вот это вот прикольно, эти медленно летят. Так, вон баска. Посмотри, опять летит. Это тоже стреляет. Ой, блин, я охренею вообще. Вот какие... Ты просто... Я охреневаю таких игроков. Он до сих пор там стоит. Я самого, кстати, приветствую. Говорит, мне своих братьев хватает. И большая часть моего канала. Большая часть понимающих, в общем-то. Давай быстрее. Так, правее. Кстати, по идее, я должен уже видеть базу, но что-то я ее не вижу, эту базу гребаную. Вон она. Давай, садись. Что так медленно летаю, господи. А я рычаг, блин, на 70 херашил. И не заметил. Там что-то бой как-то хреново идет. Я ведь ни хрена не сделал, один фраг за заход. Чепец какой-то, надо поближе подлететь, что ли. Давай, приземляйся. Ну, хоть не разбивайся, не надо, а то я тебя знаю, господи. Ну, все, садись его. С ремонт, вот оказывается, надо зона получить, наверное, уже ремонтированная, да? Сейчас раскидаю свой канал основным, его заброшу ненадолго, не знаю насколько. Буду заниматься коровым. Ну, сначала надо еще раскидаться с работой, потому что, блин, я увольняюсь, в принципе. Потому что я... все высказал, говорится.
своей директорши, поэтому я ухожу. Ни у кого яиц нету. О, самолетик. А я высказаться смог. Что, думаете, полетим или лучше не надо? Я могу пойти и в трейдинг свой вертолетик сдать за очки. Там вот два самолета летят. Два. Один быстрый, очень быстрый. Бля, я не долечу. А я-то не долечу. Один заходит, а второй куда-то взлетел, что ли, я не знаю. А, вон. Пролетел. Сейчас минус я буду, да? Он меня, мне кажется, ищет. Он на фишку не нападает, он просто по кругу короче, смотри. Возможно, это БМП, та самая. Так, все, я могу кидать. Ищем нашу цель. Так, челямбуса там нету. Так, по-легкому херашут. Минус. Круто, круто. Так. А, по идее, они все сдохли. Все, как бы, блин, а... Опа. Зенитка. Либо Фалкона, либо что-то еще, не пойму, я не знаю такое. О, не понимаю, блин, правее. Вот я говорю, то, что оптовые вторые гребаные немецкие, они херовые самые. Так, медленная ФВшка, либо без брони этот, а, зенитка. Давай без брони зенитку попробуем убить. Или это, а, это не зенитка. Даже переводиться успеваю. Его убили сразу. Это 55-ка? Да, это 55-ка. Два километра, по идее, я еще могу жить. Так, нужно весь экипаж убить. А я сделал попадание. Я сделал так. Давай зенитку убьем тогда, что-то. Мне на танке вообще не везет. И убили. Все. Минус все. Минус все. Хотел зенитку, а хрен там. Ой, нашего дядерка. Ой, молодца, красава вообще. Там я могу кого-нибудь взять? Я, меня все танки бесит. Могу гепарда взять, но гепард медленный. Хоть попадание сделать зенитки, может ее убьют, и я зафармлю пару очков. А, смотри, что делает. Всех замечает. Ее убили. Но он не знает то, что у него есть пулемет. Удача, а, это все хорошо, хорошо, я тогда буду повышать. Хотя на япошках можешь покатать. Там недалеко остался этот. Да хрендель. Спасибо, что летал, Андрюха, давай. Удачки себе. Мне скоро тоже придется там тоже удачки. Удачи пригодится. Так. 28 до следующего мардера, который говном, да. Потом уже у нормальный танк пойдет.